В преддверии Дня Победы в Самаре в знаковых местах города возлагают цветы. В митингах-возложениях принимают участие школьники, студенты, работники производственных предприятий. Подробности в сюжете Полины Чулюковой. В преддверии Дня Победы в знаковых местах города возлагают цветы. Студенты и преподаватели Поволжского государственного колледжа возложили цветы к мемориалу работникам ЗИМа, участникам Великой Отечественной войны. Работники завода, на котором изготавливали взрыватели для реактивных снарядов «Катюш», внесли огромный вклад в приближение победы. Завод «Масленка» уже давно не работает, но мы продолжаем традиции завода. И каждый год мы приходим обязательно сюда. Всех с праздником поздравляю, с наступающим. Торжественная линейка также прошла в школе номер 58. 57 учеников и 15 учителей этого учебного заведения принимали участие в боевых сражениях Великой Отечественной войны. Сегодня школьники также собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО, блиндажные свечи, а также рисунки и письма. Всякий раз, привозя, доставляя гуманитарную помощь, первый вопрос: а есть детские письма, есть рисунки? Школьники также подготовили танцы и песни военного времени. Елизавета Прокопенкова, Полина Чулюкова, Игорь Казановский, Николай Епифанов. События.